Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Больше половины бюджета Кирова пришло из Москвы и от кировского правительства. Киров в прошлом году жил на 12 миллиардов 700 миллионов рублей. Это доходная часть бюджета. Сам город заработал чуть больше 6 миллиардов. По сравнению с 2019 годом сумма снизилась примерно на 270 миллионов рублей. В ней 4,7 миллиарда – это налоги, и остальное – доходы от продажи собственности, сдачи ее в аренду, оказание платных услуг и дивиденды по акциям. Больше половины денег в кировской казне – это безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов, говорят в городском Дипфине, где подготовили отчет об исполнении бюджета города Кирова в 2020 году. Программа «Экономика». На руководительницу ДК завели дело за премии в 200 тысяч рублей. Юрьянские следователи возбудили уголовное дело в отношении исполняющей обязанности директора местного учреждения культуры «Мурашинская централизованная клубная система». Ее подозревают в растрате. По версии следствия, женщина без согласования с учредителем, управлением культуры администрации Мурашинского района, выписала себе и директору премии по 100 тысяч рублей. Ущерб местному бюджету составил, соответственно, 200 тысяч. Сейчас, по данным Кировского следственного управления, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Экономика на 101 FM. По нацпроекту в этом году смогут помочь каждому 15-му субъекту МСП. В 2021 году на реализацию нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства направят в Кировской области 210 миллионов. Чиновники рассчитывают, что эти деньги смогут помочь 3000 субъектов. Их либо выдадут в виде займов, либо потратят на бесплатные для бизнеса консультации и образовательные мероприятия, либо на помощь с регистрацией самозанятым или с выходом на экспорт или просто в интернет. Всего в регионе, по данным Минэкономразвития, 45 тысяч субъектов МСП в качестве самозанятых в прошлом году зарегистрировалось свыше 6 тысяч человек. На этом все. У микрофона работала Ольга Болезина. Программа «Экономика» на 101 FM.